Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прекрасный день, 8 марта 2019 года. Это Международный женский день. Этот праздник насчитывает уже более 100 лет. И в историю мы его вдаваться не будем. Очень солнечно. Точно женский день. Температура воздуха плюс 11-12, солнечно. Даже песочек немножко такой прохладненький, уже не холодный. Ветер просто даже сносит, если вы видите, качается немножко стоечка с камерой, прямо сносит. А воду мы сейчас померим, температуру воды мы сейчас померим. Я сегодня, как обещал, взял градусник, и мы будем уже мерить воду. А сейчас я хочу поздравить наших милых женщин. Милые женщины, с 8 марта вас! Любите и будьте любимыми! Здоровья вам, успехов во всех ваших начинаниях! Продолжениях и окончаниях тоже. И пусть любовь, забота, уважение, прекрасное настроение и море цветов сопутствуют не только в этот день, но и начиная с сегодняшнего 8 марта и далее пожизненно. Они преследуют вас. А я от лица мужчин хочу сказать вам, что мы в этом вам постараемся помочь. И вообще, вы всегда и во всем можете рассчитывать на нас. Мы всегда рядом. Я думаю, что остальные мужчины меня поддержат в этом. Будьте счастливы, пусть исполняются все ваши мечты. А мы пойдем и продолжим наше купание в любую погоду, в любые праздники и в любое время суток. Ну что, с Богом! Ух, ветер какой! Кстати, для многих закаливание рекомендуется начинать вот с закаливания ветром, тоже как вариант. Мне никогда эта форма не нравилась. Не люблю ветер. Не люблю его ощущения на теле. Так, берем градусник. И помчались. Праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы, пусть исполняются все ваши мечты! О, шикарно! Я думал, что море нагреется сегодня немножко. Нет, море неумолимо! Кстати, говорят, что женщины слабый пол. Мне кажется, что это уже в прошлом. На сегодняшний день, наблюдая за жизнью, за людьми, я думаю, что слабость женщины зависит от того мужчины, который рядом с ней. Это не женщины стали сильными, а просто мужчины стали слабее. Это мое мнение. Пусть мужчины не обижаются, но я думаю, что мужчины как раз меня и поддержат в этом. 3 градуса. И ветер. Песочек нормальный. Такой себе не теплый, но такой прохладненький. На ногах уже как бы не липкий, уже можно отрусить ножки. Ну вот. Сегодня обалденно, просто тепло, классно. Чувствую себя, кожа такая красная-красная. Кстати, сегодня первый день, когда я купался с головой. Хочу вам сказать, что это превосходно. Да, отдельными словами я бы хотел
поздравить с этим праздником моих самых любимых и родных людей. Я не афиширую ваши имена, ведь вы знаете, что я говорю про вас. Девочки мои, я вас очень люблю. Я поздравляю вас с этим божественным праздником. Обнимаю крепко. Будьте счастливы. Всем пока. Хорошо провести сегодняшний вечер праздничный. Мужчины, не подведите.